Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе. Миссии подходят к концу, я становлюсь все счастливее. Потому что раз миссии подходят к концу, значит я скоро закончу это безумие. Безумие — это когда ты делаешь одно и то же действие по несколько раз. А я делаю миссии каждый день, каждый день, каждый день. Да, написано 54%. Ну, типа, камон. То есть общее количество миссий, то есть общее количество серий, это будет уже немного. Фух. Что? Пойдем в лунный биом? К примеру, на Короля Луны. Это туда же. Или в снежном биоме там мне только миссии доделать. Вулканический биом, болотный биом. Погнали в лунный биом, пока у меня есть настроение. Погнали в лунный биом. Лунный биом, а именно лунный король, это та же самая миссия, точнее то же самое место, что и было тогда. Погнали, погнали. Я там поставил... Рекс. Кстати, телепорт можно будет убрать. Поставил там телепорт около этой точки под названием Король. Чтобы было легче все это дело. Ну, то есть, легче было сюда дойти. Ой-ой-ёшечки. Не-не-не, все нормас. Это у нас получается как раз-таки наоборот. Сейчас скоро миссия. Ой-ой-ой. Что-то пролагивает. Давай, прогружай себе, лага. Только что же здесь был. Что-то так не прогрузился. Да, сейчас скоро пойдет за остров, и все будет хорошо. Пока можем запустить миссию Гамма. Гамма Лунный Король. И... стартовать, чтобы не терять лишние минуты. Желаю, поэтому и пришел сюда. Так, ну я думаю, мы в итоге пройдем по тому же самому пути. Извините, я уже заговариваюсь, это я уже фиг знает какую серию подряд записываю, и у меня уже вечер, но это мои личные проблемы. Так, ага, вот, отлично, вижу. По идее, я должен... Оп, отлично. Так. Вот. Да. Здесь, потому что точно так же, как и это, просто следов намного больше. А путь все равно тот же самый. Что там такое? Так, отлично. Сейчас должен Рекс уже появиться. В смысле, там король же нет? О, прикольно-то как. Так, иди вон. Да, а вот он. Вот он. Господи, вот это название. Буйный, неисправный тег тиранозавр. Господи. Название настолько не влазило, что уже это... Шрифт был настолько мелкий, точнее стал настолько мелкий, что прям все плохо. Но опять-таки же это гамма. Гамма — это изи-бризи. Но я бы не сказал, что изи-бризи, нифига себе. Три удара пришлось нанести даже по такому урону. С таким жестким уроном. Это серьезно, что ли? Давай, быстрее беги, пока не светло стало. Да, еще как бы рано об этом говорить, но все равно будет светло скоро. Давай. Что там такое? Ага. Ты серьезно, там еще сзади следы. Да. Вот ты, короче, идешь. Нафиг. Отлично. Так, мне нужно следики тебе посетить. Хоп. Хоп. Ну погнали.
Ага, понятно. Наступишь, не наступишь. Так, так, отлично. Так иногда быстрее сделать, нежели пытаться вырулить. Начинаю сканирование. Тем более, когда нет вот такого всякого говнеца в виде рапторов, очень даже так легче сделать. По воздуху он ходит, собака. Ага. Смотришь на это? Так. Чутка назад. Отлично. Что там такое? Скажи мне, друг, как ты перепрыгнул? Не хочешь? Знаю, что не скажешь, потому что это условность. Собака. А, все правильно. Чуть-чуть не туда сдвинулся. Точнее, чуть ли не туда побежал. Не побежал, точнее. Пошел ты. Полетел, родненький. А, ты все уже, да? Отлично. Ты от свое отбуянился. Ну, это хорошо. Страйк хоть выжил. Чисто, короче, просто это. Эскейпнулся за это. Пока весь кипиш начался стоять. Нифига себе. На камешке подпрыгнул. Вот бы я сейчас улетел. Так. Так. Опача. А вот ты можешь пойти нафиг сразу же. Вот здесь самое главное сейчас правильно вырулить, чтобы я летел ровненько. Ровненько по следам. Господи, это тяжело. Так. Вот так уже лучше. Ну и, соответственно, вот, летим. Даже можно пробовать через Alt, конечно, но и так видно, что я вроде как попадаю по следам. Но не по всем. Ну ладно. Всяко лучше. Так, давай, опускайся. Посмотрим. Отлично. Но должно хватить, по идее, вот этих всех следов, для того, чтобы скрипт сработал. Рекс, да, отлично. А, неисправный... А, здесь такие же рексики будут. Ну, это, блин. Ну, допустим, ну, блин, неинтересно. И так Рекс, и так Рекс. Ну, это как-то тупо и банально. Вот что я называю удачной охотой. Удачная охота. Так, что мы здесь получаем? Получаем всякую гадость. Допустим. Допустим. Да не, всякая гадость все равно. Ладно. Как обычно, сожрем все, что есть. И погнали обратно на миссию короля. Бетку. Запускаем бетку. Надо было, наверное, развернуться сразу же. Оп. Чтоб не мешались. Есть ледики. Вот они, ледики. 79, да вроде бы тот самый, хотя фиг знает, фиг знает, фиг знает. Ну, посмотрим, посмотрим. Смотришь на это? Давай, 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 отлично, в этот раз поворот лучше вошел. Ну, здесь я сейчас электроники, конечно, добуду, да и боже, сколько. А я чё, почти все что ли собрал? Ну я ж крут, я чертовски крут. А что самое главное, смотри как быстро. Ой, ну вот ты-то точно можешь пойти в жопу. Кричит он мне тут. О,
по 200 урона. Да ты мелкий, ты вообще что ли дурной? Ну, под десяточки, это, конечно, да. Соответственно, что, потому я буду бить по 1000? Опять эта сраная радиация. Как же ты меня бесишь, радиация, ядрить тебя распадать. Тихо. Ну, отлично, зацепился. Вот и иди в баню. Ну, электроники, да, электроники, нефть, все дела, вот это вот, я уже металл так не кисло подобывал, тоже как бы, нормально. Как бы, в любом случае, по ходу дела добываю, это очень хорошо. Есть время ускориться, надо ускоряться. Здесь даже вроде получилось попасть сразу как надо. Что там такое? Сразу стараюсь по максимуму собрать следов. Посмотрим. Побольше. Чтобы потом, если что, не дай бог, с этим проблем никаких не было. Не, раскраска, конечно, прикольно. Типа, весь серенький и какие-то части только внутри красные. Это, конечно, да. Это прям прикольная раскраска. Но мой прикольнее. Сейчас также делаем кругаля. Где? Угу, вот оно. Так, что у нас там по времечкам? Да, начинает светать, и как вариант, я миссию не пройду. Ой-ой-ой, здесь я, короче, точно не вырулю. А точнее, я буду долго выруливать, так что давай сэкономим наше время с вами. Не подскажете, почему-то камера у меня... Ладно, фиг с ним. Допустим. Да, собственно, вот светило начинает меня жарить уже. Цепляю, не все зацепил, но и бог с ними. Этого все равно будет недостаточно. Что там такое? Чтобы уже было хорошо. Так, сразу же убрать. Так, ну ты-то точно иди нафиг, ты что, серьезно, что ли? Тихо, нифига себе разогнался он. О! Оба-на. А там было вот сюда обрет, а здесь туда вниз спуск. Не, ну ты серьезно? Я уже надеялся, сейчас вот это обрулю и, короче, уже здесь буду. Ну, ёшкин кот. Ну, ладно. Ай, ё-моё. Вот эти вот полеты над пустотой, конечно, еще то веселье. Да, я понимаю, если я упаду, там меня тпхнет обратно, ну, типа, камон. Пробежаться по ровной поверхности намного легче, быстрее, надежнее и безопаснее. Как ни крути. Опять это сраный газ. Да ты серьезно? Опять буду урон получать на пустом месте. Ну, здорово. Кстати, они меньше, вот эти вот его рексики. Неисправный рекс, он меньше, чем обычный так рекс. Прикольно. Подкачаемся, прокачаемся, подобываем немножечко ресурсов. И вот так, собственно, пройдем миссию. О, здорово, жирнич. Заспавнился у меня за спиной. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пошел нафиг. Ну и что, добро пропадать? Так, что мы здесь получаем? Ой, что это у меня так это...
Прикольно. Так, что мы здесь получаем по предметам? По предметам мы опять получаем какую-то фигню, да? Противогазов куча. Ну, противогазы-то я могу надеть, но только вот этого. А так, кстати, все равно урон будет получать. А, ну, кстати, вот, есть еще вот этого заюзаем. Отлично. Хоть у меня не будет Рекс получать урона пустую. Ну и что у нас здесь? Ну, а здесь остальное все говнецо. Единственное, что можно вот еще подзахавать, может, что это. Может, что слоты освободятся. И выкинуть всякое кожаное. Вот это вот. Все кожаное можно выкинуть. И тканевое. Но тканевого нету. А, ну это да. Это не то. Окей. Погнали на альфу. Где у нас? Король у нас. Отлично. Король Луны, альфа. Ну, погнали. 71. Вот теперь я там, по идее, не должен на последнем промежутке спрыгивать вниз. Я должен просто вот круголя сделать и типа, ну, быстрее будет. Да ёб твою ж ты, серьезно, просто на пустом месте подскакивает и летит. Это прям мне очень сильно порой не нравится. Когда ускоряешься, короче, он на пустом месте такой типа, полетел. Ну, опять-таки же, да, когда знаешь уже где, что, как, ты немножечко заранее готовишься к повороту, и уже легче проходить те или иные места. Так, иди в баню. Дай-ка я быстро это просканирую. Здорово, здорово, рано еще, куда ты, дурной-то? Ух ты, по 2500 собака дамажишь, а? Ты давай там не упади, слышь, нам еще с тобой это, слышь, драться будешь? Вот это, не борзи, тварина. Ага, ну вот по 800 уже нормас, по 850. Только какого фига я опять отскакиваю куда-то? Че за нафиг? Давай, короче, вот это вот. Вот. Не, ну по 1500, слушай, это уже посерьезнее. Я думал, по 1000 вообще буду бить, но 1500 это нормас. Но, блин, это дофига урона. Это все равно дофига урона, и без хилок я бы здесь бы точно не прошел. Серьезно! Слышь, жиробасы, пошли в жопу отсюда. Да уж, без хилок здесь точно не пройти. Ну, то есть, как бы, вот эта миссия уже прям вот по классике такая прям, типа, жопораздирающая конкретно. Все, это типа он убежал уже? А, да нифига он не убежал, он просто упал. Собака фальшивая. Серьезно? Вот это что сейчас за нахер было? Нормас, он просто улетел, короче, и захилялся. Не, ну это вообще уже тупость. Не, я прекрасно понимаю, типа я тоже отхилялся, сидела, но это, по-моему, тупость. А если бы я не отхилялся, он все равно бы точно так же бы улетел, если чё. Это долго. Это долго, поэтому я его буду расстреливать потом, в следующий раз уже с винтовки, нафиг надо. А ты серьезно? И чего ты начал толкаться? Сейчас он опять, если упадет, я буду с этого угорать. Ну если что, это мы просто время тратим по факту на прохождение миссии. И миссия может просто не пройтись и по времени. Просто из-за того, что эта тварь будет улетать вниз, хпхаться, хиляться и типа все. Такое может быть. Я уже прям это представил, что прям в легкую может быть.
То есть ты можешь не пройти миссию чисто из-за того, что он багался и улетал. Ну ты-то чё, дурной кусок дерьма. Отлично. Но в следующий раз я буду его мочить уже с винтовки. Задолбали они меня. Ну, долго время тратить. Хотя фиг знает, посмотрим. Но тут как бы только с хилками пройти. То есть в одного, и вот это чисто вот... Ого, слушай, это что-то как будто другое какое-то. Ну да, обычно я же в ту сторону куда-то убегал. В одного... Твою мать, ты серьезно? И вон он буйный уже. Лично я столько следов пропустил, просто тупо из-за того, что... Ну, надеюсь, что будет все хорошо. В плане, потом они мне не потребуют, что мне еще нужно будет этого говна дофига и много. Так, ладно. Делаем кругаля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там мне лучше встать. Угу. Так, отлично, живем. Он опять встал не так, как бляха-муха. Он просто будет бить в бочину, опять это все дело откатится, отлетится куда-нибудь, полетится, вот это вот округоля был. Это опять тварь упадет куда-нибудь со скалы, да пошел он в жопу, ну честно. Так, и вы все тоже пошли в жопу отсюда вот. Тут вообще это, с королем дело имею. Чего понял? Ой-ой-ой-ой-ой. Прикольно, да? Ну хоть не от... Или отхилялся. Только достой ста... Вот честно, пошел ты! Дай-ка я быстро это просканирую. Вот прям честно. Бесит. Посмотрим. Сканер включен. Так. Ё-моё, сколько тут следов. Еще и перетаптывается на месте. Ну вот честно, я не представляю, как такие миссии проходить, то есть без хилок и так далее. То есть это мне что нужно? 2-3 рекса, 5 рексов, хорошо, допустим. В замкнутых пространствах я это смогу сделать, реализовать. Но, допустим, здесь точно нет, потому что эти твари будут бегать, такие кругаля нарезать, что я просто чисто физически не смогу с ними находиться рядом. Я успел! Я успел! Не, ну кстати, хорошо, как раз этот Рекс бабахает его. Вот что я называю. Подхиляется. Точнее, это. Подкачается, господи, все. Подхиляется тоже. Да, читер надо и насрать. Нафиг, честно, вот нафиг. Вот прям нафиг. Ну, кстати, что у меня получается? Еще, по идее, плюс-минус левел, и он уже догонит остальных.
Это хорошо. Что я здесь получил? Выглядит как говно. Вот честно, выглядит как говно. Хотя не удалось. Вот это точно говно. Она только вес дает дофига. Толку нифига. Вот реально, от легендарных или простых разницы никакой. Там броня все равно один. Ну прям говно. Ну прям все говно. То есть, казалось бы, миссия такая прям у-ху-ху, клево, но говно. Простой предмет. Обалдеть. Не, прям очень сильно говнецом попахивает вот это вот все призы. Вот прям честно. Говном попахивает эти призы. Ну, вот такие вот дела. Ну, а что я? Я буду с вами на этом прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, напишите, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.